Генеральный спонсор проекта «Голос. Курс. Дети» – шоппинг-центр «Европа» на Московской площади. Продолжает наше шоу еще одна представительница прекрасного пола Должикова – Елизавета. Рассказывай, как вообще твои ощущения после выступления? Как себя оцениваешь? Ну, чуть-чуть не очень спела, но так классно. Ты вообще какие песни больше всего любишь петь и как давно ты поешь? Я пою с 7 лет, но песни мне нравятся разные, но выбрала я английскую, как-то, не знаю, как-то она лучше получается. На каких конкурсах ты уже участвовала? Были ли это какие-то международные или, может быть, не в нашем городе? Я участвовала в Сочи, Аквалоу. Там я заняла 3-е место. Что бы хотела пожелать всем участникам, которые еще выйдут на сцену в следующий раз? Чтобы у них все получилось.